19 февраля 2016 года в районе 8 часов утра на улице Воронова напротив дома номер 5 произошло дорожно-транспортное происшествие с наездом на пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе. Обстоятельства происшествия складывались следующим образом. Шла колонна транспортных средств, впереди был рейсовый автобус. После него ехала женщина на легковом автомобиле. Значит, водитель автобуса остановился пропускать пешеходов, которые переходили, получается, справа налево по пешеходному переходу по направлению движения автобуса. После этого продолжил движение. В результате начала движения произошел большой выход выхлопных газов, значит, облако выхлопных газов, которое помешало водителю легкового автомобиля, следу ехавшего сзади автобуса, своевременно заметить женщину-пешехода, которая была одета тоже в светлую одежду, светло-белый пуховик, которая переходила проезжую часть, пыталась перейти проезжую часть. Женщина-пешеход поясняет, что перед тем, как выйти на проезжую часть, убедилась, значит, что транспорта нет, начала переход, вижу легковой автомобиль двигающийся, но я думала, что я вижу, что он движется с маленькой скоростью, подумала, что он меня пропустит и остановится. Но, к сожалению, женщина, сидевшая за рулем легкового автомобиля, не своевременно заметила пешехода, и произошел наезд. В результате наезда пешеход очень серьезно травмировался и на сегодняшний день госпитализирован Лесницанскую центральную городскую больницу. Пользуясь моментом, хотелось бы попросить от участников дорожного движения, во-первых, от водителей быть предельно внимательными. Если видимость не позволяет вам оценить адекватно всю дорожную ситуацию, вы, пожалуйста, не двигайтесь до того момента, пока ее не оцените. А пешеходам хотелось бы обратить, при переходе проезжей части, пожалуйста, внимательно убедитесь в том, что транспортные средства, двигающиеся по дороге, водители этих средств вас видят, понимают, что вы собираетесь переходить проезжую часть. И скорости, с которыми они подъезжают к пешеходному переходу, позволяют им своевременно остановиться на том расстоянии, на безопасном от вас расстоянии. Только при соблюдении всех вот этих вот факторов наезд, вот, который сегодня произошел, был бы просто невозможен. А сегодня в результате вот таких действий со стороны водителя и со стороны пешехода произошло вот это вот серьезное правонарушение. Происшествия. На сегодняшний день возбуждено административное расследование. Водитель будет привлечен к строгой дисциплинарной ответственности.